Всем привет, с вами канал DH Play Games, и с вами продолжаем играть Spirit of the North. Так, погнали нахуй. Четвертая глава. Охуеть, какой огромный мир. Так, мы должны следовать дальше с этим, да? За красным. Че, снизу, сверху пойдем? Я думаю, сверху будет вид поинтереснее. Я забыл, что... Так, он куда-то мне... Подождите, здесь надо все исследовать. Бля, как красиво, нахуй. Была бы она мультиплеерной такой, знаете. Заряжаемся энергией. Нету здесь никого шамана, не валяется случайно. Так, это пока не будем делать выстрелов никаких. Так, я вижу, здесь какое-то строение есть. Бля, ебать, прикольно сделано. Красиво, как в Dead Stranding. Так, там это опять темная энергия. Нахуй надо убрать оттуда. Сейчас мы ее пизданем. А что за хуйня? Вы что, энергию потратили? Что, блядь? Мало энергии, типа, или что? Ну, давай, заряжайся. Все, зарядилось или что? Ну-ка, можем теперь пиздануть? Ну, пиздяч. Все, да? Заебись. Так, нашли опять палочку. Ищем шамана. Так, ну-ка зарядимся энергией. Возьмем палочку. А вон туда, наверное, нам надо, да? Я предполагаю, что туда. Бля, так стрёмно все-таки к этим трупам подходить. Спасибо, да, спасибо. На что это влияет, интересно? Помощь этим людям. На концовку? Ух ты, блять, какие-то головоломки пошли уже. Бля, ну охуенно красиво. Так,
Опять это поебот надо уничтожать, да? Или что, или не надо ее уничтожать? Или надо наверх просто переползти через нее? Давай ее нахуй уничтожим. Помогло. Ладно, давайте энергию возьмем, наверное, вот эту хорошую. А потом прыгнем в этот портал. И посмотрим, к чему он меня приведет. Телепорт. Так. Что это значит? Я все хорошо, да, сделал? Я сделал, открыл нам путь. Ага, ясненько. Ну, пиздец. Ой-ой-ой-ой, как ярко, очень ярко. Эта херня может нас убить или нет? Это мрак, да, наверное? Мы что, в самом эпицентре? Так, куда мне эту энергию нести? Я думаю, это не уничтожить энергией. Какая огромная локация. Так, а там что у нас? Вот же тварина. Блять, а вот. Опачки, нихуя себе. Нихуяшечки. Надо их зарядить, я понял. Отдали энергию. Взяли энергию. Так. Ага. Трансформируемся опять. Так, unlock sprint form ability. А, в форме духа теперь можем. Ёб твою мать. И зачем мне это? Типа чё? Типа чё я должен сделать? Подожди. Вся энергия тратится, я понял.
Наверное, надо теперь там как... Может, дух уже должен прыгать вроде выше, да? Давай попробуем. А, дух по воде ходит. А, теперь я должен сюда дать энергию, чтобы водой наполнился, наверное, резервуар. А, вот так вот это, да? Если бы я здесь не лег, то что бы было? Это объяснит? А дух может сквозь деревья еще проходить, да? Да, мы же дух, мы можем вообще везде проходить. Что это значит? Что за хуйня? Он что, временный еще, блядь? Как нахуй? Через двери он не может проходить. Нихуя непонятно. Я не понимаю. Ничего не понимаю. Что мне надо делать-то? А, вон, надо зарядить эту хуйню. Я что-то заметил даже ее. Сейчас она все эти... Ядовитые растения... А, нет, она дверь откроет. Думаю, растения уберутся. Значит, растения — это обычные растения, а не ядовитые какие-нибудь. Так, хорошо, что мы сюда пришли. Теперь я знаю, куда нам идти. Ну-ка, а там есть что исследовать? Нам надо идти в этот замок. Так, а здесь что есть исследовать? Здесь исследовать нихуя. Он тут не может почему-то перепрыгнуть. Да. Красота. Так, здесь мы питаемся. Здесь мы должны использовать, да? Наш непременный дар. Так, быстренько смотрим. А вот эту хуйню надо быстро уничтожить. Заебись. Нахуя?
А, это просто было сделано. Ну-ка, можно здесь запаркурить как-то наверх или нет? Мне здесь можно запаркурить, там труп лежит наверху. Труп шамана. Так, музыка куда-то поменялась. Так, здесь мы что-то активировали. Случайно причем. Подожди, что за время, что ли, надо успеть? Ага. Чё, блядь? Так, ну открывается дверь. Открылась, бежим. Ясно, в теле духа сейчас быстренько успеть. Так, еще где-то надо один кусок уничтожить, я что-то не вижу его. Так, где-то еще есть одна ловушка. Но где? Что-то еще удерживает. Так. Там тоже вон дверь. Не понимаю я. Может, тут тоже над духом как-то? А, или... Что нам тут не нравится? Да дальше-то. Давай, давай, давай. Ладно, пойдем исследовать дальше. Эту странную локацию. Тут мы уничтожили. Угу. Блять, на опросы зарядить, ёб твою мать.
А я хожу, ищу второй щит такой. Это еще что такое? Все просто. Нам было просто подойти и посмотреть. Хорошо, что со мной весь этот шарик. Мне было очень одиноко без этого шарика. Который вот так летит туда вверх, вверх, вверх. Блять. Прям по воде не хотим бежать. Что происходит? Ну вы 50-е типа? Раньше их не заряжал вроде читы. Так, это тоже шаман какой-то, наверное. Ну, какой-то странный. Ему посох, видно, не нужен. Либо это просто кости людей. Что они тут делают, неизвестно. Но это похоже на какие-то места захоронения. Или где они раньше жили, это еще что. Ты меня куда ведешь-то по костям, блядь? Мне грустно, нахуй, страшно. Это просто люди, ведь, да? Мы леса. А, можно так просто сказать, чтобы она так делала? Чё? Чё? Как открыть должны быть? Где-то должны быть подсказки. А, это надо уничтожить, кстати. Это какое-то зло. Здесь что нарисовано? Типочки лежа лежат. Я понял вас. Шар не мог мне просто принести эту хуйню, например. А вот интересно, точно можно эти пузыри уничтожить или нет? Они никуда не уничтожаются. Хоть мы тут стену и зарядили, но мы там плавали. Короче, надо типочков этих лежачих поставить.
как же звучит прикольно. Ближайший ты хочешь как поставить? Вот эти вот. Ну я ж ставил их уже. И что дальше? А, во. Одни пляшут. Только я что-то не видел, там пляшущих вроде не было. Может были. Типа они плясали и сдохли, да, получается? А с лесу они плясали, а тьма их сожрала, короче, не умерли. Все понятно, все понял по рисункам. Так, мне нужны цветы. Прикольно, куда я зашел. Так, а здесь что? Это нихуя не помогает мне, так думаю. Все-таки надо вовнутрь, наверное, зайти в этой башне. Через духа. Куда дальше, куда дальше, куда дальше, куда дальше? Быстрее, быстрее, быстрее. Ясно, ясно, ясно. Надо лежачих людей поставить в двух местах. В одном поставили. Так, а я могу еще раз, точно. Прикол, точно. Я же энергию-то не потратил нихуя. Да, блядь, и что, мне каждый раз так надо будет делать сейчас? Ага. Так, и что дальше? Все открылось? А здесь можно уничтожить. Бля, заебись. Так, он показал туда куда-то. Ага, надо дверь открыть. Чтобы дверь открыть, нужны цветы. А цветы у нас где? Ой, пойми где. А поближе нету цветов? Все обратно надо идти, все обратно.
Так, это выход или что? Где шаман-то? Если там очень много пространства, там, наверное... Ты чё, где? Где шаман-то, блядь? Бля, главное вниз не упасть. А воги цветы были близко. Заебись. Прикольно по веревочке спустились. Так, мы куда забрели? Туда, куда не надо? Или нет? Тело человека. Где его тело, я не понимаю. Точнее, я нигде его не наблюдаю. Где-то должен лежать шаман. Где он, блядь? А, на вершине башни, блядь, да ладно. Во, загорается. Смотрите. Вот он где. Сейчас он воскреснет. Опа-на, как мы сели прикольно. Нельзя умереть в этой игре, да? Так, здесь должны быть книги. Вот так вот. Здесь люди должны упасть. Вот так вот они должны лежать. А здесь они должны
плясать. Потому что они с кем? С лисой вместе. Верно, верно. Все, дверь открылась. Пойдем потом стеночки изучим. Не откроется. Ага, все. Бля, как будто все в неоне, в Звездных войнах каких-то нахожусь. Что про Звездные войны играл, вообще сделано. Мы и место силы ищем. Сейчас это лицо надо сделать. Так, лицо никак не прогрузить, да? Чешем дальше тогда. Господи, как здесь много дверей. Что теперь? Так, тут паркур нужен, там посох опять шамана. Так, налево, направо, куда идти-то? Ага, сначала сюда пойдем. One, two, three, go. Вот и шаман здесь, кстати. Надо забрать посох сначала. Так, туда мы не пойдем пока. Блять. Прикольно. С помощью духа, интересно, можно взять эту херню? Так, дух у нас красавчик вообще. Духа можно передать. Блять, а чё нельзя? Ясно, с тобой нельзя ничего сделать. Так, давай дальше полетели тогда. Туда. Блядь, а что от нас делать?
подожди. Потом вернемся. Как здесь все очистить? А, вот так вот можно было. Вот так вот это делается. Я-то, блядь, туплю. Слишком ли высоко мне тут надо? Так, смотрим. Бежим туда, туда, туда. Там открыта дверь. Это еще что за хуйня? Хуй там плавал. Успел, да? Успел же. Так, надо три штуки освободить. Три камня поглощены этой энергией темной. Да? Один, получается, есть. Так, теперь мне надо подзарядиться. Блять, тут, сука, опасно. Сука, страшно здесь, пиздец. Так, второе освободили. Осталось еще одно. А третье где? Так, нужно осмотреться по сторонам. Их же три, вот третье, да. Не это ли? По-моему, так это. Я просто не увидел, да? Точнее, я видел, но я не придал этому значения. Мог с помощью духа это сделать. Чтобы много времени не терять, если вдруг упаду. Так, ну а дальше что? Давай зарядимся. И прыгнем в воду тогда. Фига себе, скорость набрал.
Так, мне надо теперь энергию передавать. Infuse 30 standing stones. Ага, активируем. 30 камней уже активировал. Невероятно. Дебил, я ж могу с помощью духа это все делать. Игра же меня обучает делать все с помощью духа, да? По воде ж могу ходить. Так, еще один камень не освободил, ну господи. Какая-то слишком длинная глава для меня. Это что ли? Ну да. Это вот. Это вот. Так, у нас откроется путь вниз. Я так полагаю. Да? Вода уйдет, и мы должны будем прыгать. Можно не прыгать. Плывем просто. А, это еще не конец главы. Надо симулятор скриншотом, отвечаю, не пойми куда. Сохранение произошло. Глава пятая. А, нифига, такой плавненький переход, что ли, был? Чё-то не помню таких... Блин, чё-то я не заметил таких переходов в этой игре. Думал, тут прогрузка экрана тоже должна быть. Давайте, короче, на этом закончим. Продолжим в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.